Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы продолжаем проходить игру Cats. Чемпионат, как видите, завершен, и я перешел на 23-й этап. Так что давайте будем дальше идти вперед, не опуская головы. Так, доступны новые детали. Все понятно. Нам, кстати, осталось совсем немножко, и мы с вами перейдем, точнее, пройдем игру. Легендарный ящик я получил. Так, из него что у нас тут? Ну, в принципе, ну, довольно неплохие вещички выпали из него. Меня это радует. Так, отлично, зарабатываем, все это забираем мы. 325 тысяч у меня монеток. Это хорошо. Ну и по стандарту давайте, наверное, начнем с битвы. Я на самом последнем месте, на 8-м. Давайте посмотрим, что у нас здесь выйдет. Какие у нас противники. Так, ух ты, довольно-довольно серьезные у нас враги здесь. Ёлки-палки, с близнецами. Сейчас разбомбил он меня. Ух, как тут все жестко-то, вы посмотрите. Брейка. Даже брейка, наверное, не смогу завалить. Да. Ну, а с тобой как обстоят дела? Черт тебя подери. Да, близнецы, это, конечно, обалденная фишка. Но вот с этим пареньком мы расправимся. Фе-фе-фе. Фу, как говорится. Так, ну а здесь что? Здесь тоже победа за нами. Да хорош, хорош, хорош. Вернись обратно, елки-палки. Отличненько. Мы получаем с вами первую медальку. Далее у нас тактикал. Ну, здесь он меня разбомбит. У него опять близнецы, так что здесь бесполезно. Билтон. Черт, он меня взял только лишь за ХП. Ну и по атаке почему-то. Да ну нафиг, ребят, вы посмотрите. По-моему, моя техника тут бесполезна вообще. Потому что я их перепрыгиваю, да, я не... Да ну хорош, елки-палки, ну в самом деле-то. Так, мы вот этого должны вырубить, Никиточку. Лишь бы стены только не успели. Отлично, разбомбил я его все-таки. Да, очень-очень паршиво было сыграно, ребята. Да, меня это расстраивает. Тем не менее, я перехожу на второе место. Каким-то чудом. Ладно, давайте посмотрим, что у нас с машиной. Так, я могу, значит, тут еще у меня апгрейдиться. Что нам лучше сделать, а? Конечно, хотелось бы, наверное, усилить кастомный валун по хпшкам. На пилы, к сожалению, у меня не хватает жетончиков. Но это однозначно нет награды за быструю вставку. Это какая-то ерунда, честно говоря, мне она не нравится. Я в вставках практически вообще не играю, так что бесполезно она для меня. Ну, а тут что? Энергия тоже для валуна мне не нужна. Улучшенные комплекты. Так, на 30%, ребята, ну, в принципе, я думаю, что это был бы неплохой ап. Все комплекты, да, будут у меня на 30% по хпшкам лучше. Наверное, это самый оптимальный вариант. Урон я не могу сделать, там опять же нужно 3 жетона, у меня всего лишь 2. Ну, а тут всего лишь я усилю валун, сам корпус. Ну, близнецами я не пользуюсь. Ладно, ребят, наверное, все-таки мы будем делать прибавку к деталям по ХП. Хотя хотелось бы, наверное, и кастомный валун. Я же все-таки на валуне, и 20% к жизни не помешало бы. Ну, это только лишь на валун. А вдруг я поменяю технику или корпус? Тогда что? Тогда это будет бесполезно. Ой, вот незадача, да? Ладно, ребята, все-таки решено. Будем с вами менять, точнее, апать детали. Все, вот это мы делаем безоговорочно. Ну что же, на 30% довольно неплохо, я считаю. Ну, а теперь... Так, я тут получил что-то. На каком я месте? На 32-м. Салага. Вообще салабон. Ладно, давайте, ребята, глянем, что у нас тут дальше будет. Так, я хочу посмотреть, знаете, чего? Давайте посмотрим редактирование, как вы думаете? Поменяем этот нимб, который у нас над головой, на что-нибудь другое. Ну, например... Так, давайте вот на это, а? Повязка на глаз. Почему бы и нет? Будем как пираты с вами. Подожди, а как его сделать-то? Ага, вот так, отличненько.
Ну, в принципе, наверное, и все. Тут у нас остальное все идет за деньги, за кристаллы. Да, довольно прикольные тут есть шляпы, прикиды. Но это у нас все закрыто, ребята. На первом престиже откроется. А мне, в принципе, немножко осталось, и первый престиж будет у меня в кармане. Противогаз. Такой с соской. Ладно. Ну что, ребят, давайте, знаете, что с вами сделаем? Наверное, попробуем открыть вторую машину. Ну, второй слот. И собрать какую-нибудь машиночку для пробы. Я не говорю, что я на ней буду гонять, но просто посмотреть. Например, даже вот эту вот самую пирамиду. 100% для диска у него идет бонус. Ну, почему бы и нет? Диски у меня тем более есть. Один, правда, но можно попробовать, рискнуть. Если у него 5640, то должно быть довольно неплохая прибавка. Давайте попробуем. Так, иди сюда, пирамидочка. Отлично. Где у нас колеса? Диск. Сколько он, интересно, дает? Да что такое-то? Сколько он дает нам в прибавке? 11280. Довольно неплохо, да? Так, этот слабенький. Липкий диск. Ну, а почему бы и нет? Давайте-ка его поставим. Отлично. Итого 82 тысячи уже хп. Так, теперь нам нужно с вооружением что-то сделать. Ну, давайте, не знаю я, какую-нибудь ракетница. Ракетница, конечно, очень слабенько бьет. Да, очень слабенько. Ну-ка, вот, вот так вот. 10 тысяч, ну, почти 11, так скажем. И давайте сделаем 2 отбойника, потому что у нас 2 слота только лишь под отбойники. Больше у меня ничего такого нету. Турбину нет смысла ставить. И получается... Подожди, что-то не то сделал, да? Так, мне нужно на второй слот. Вот, отлично. 101 тысяча хп. Ну что, давайте просто посмотрим, ребята. Это просто фан. Ну-ка. Да ну... Да хорош тебе. Да, ребят. Первый заезд, и, как видите, неудачный абсолютно. Роб там перешел на следующий уровень. Давайте быстрый бой сделаем. Мне нужны сундуки. Да ну что ты будешь делать, а, ребят? Ну, бред какой-то получается. Какой-то он неуклюжий, если честно. На этих колесах. Да. Ну что, есть смысл? Давайте, может быть, поставим... Так, пилы, пилы, пилы слабенькие. А если мы, например, снимем у меня одну пилу, вот так вот, и поставим, к примеру, ее сюда. Ну-ка. Ну что же, 20 тысяч урона. Давайте посмотрим, что на этот момент она из себя будет показывать. Черт подери, Веста, ты надоел. Ну, а нет. Нет, 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 ребята, проиграл. Ну, правильно, с одной пилой тут далеко не уедешь, если честно. Давайте ее уберем отсюда. И поставим обратно на свою машинку. Дабы не забыть это сделать в дальнейшем. Так, ну что, давайте попробуем тогда уже на моей тачке выступать. Так, может быть, что-то можно будет в нее сейчас влить. Давайте посмотрим немножечко. Оу, неплохо довольно-таки, ребята. Довольно неплохо. 43 тысячи урона. Ну что ж, давайте на этот раз посмотрим, как мы здесь в быстром бою. Да хорош тебе, Джорджиш. Ух, я его победил. Ну, лишь только из-за того, что у него очень мало было хпшек. Я его из-за этого и порвал. Так, отличненько. Давайте еще один бой. Нам нужен сундук. Ай, елки-палки с близнецами. Вирус. Да, он меня разбомбит, это однозначно. Вот, в принципе, против валунов с близнецами очень хорошо кататься, потому что у них и спереди, и сзади атака. Тут хоть куда ты прыгни, все равно он тебя достанет. Так, а здесь у нас прибавочка еще на 9000. Давайте быстрый бой. Поехали. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, не скатывайся, не скатывайся. Отличненько. Эндрю погиб. Ну что, не дают сундука еще до сих пор? Нет, не дают.
Ладно, следующий заезд опять с двумя пилами. Ёлки, ничего себе, с двух ударов он меня снес. Ну, это и надо было ожидать, у него атаки там за 60 тысяч было. Против моих 40 там. Это, грубо говоря, вот, давай. Нормально, Яманы только что мы победили. Так, отлично, один сундук мы получили. Нам нужен еще один. Так, тут с близнецами, черт бы его побрал. Ну, давай. Нет, чуть-чуть буквально не хватило, а так бы было бы шикарно. Если бы он не ехал бы до стенки бы, а перевернулся и назад бы рванул, тогда да. Ух ты, Ноэл. Как? А как? Блин, у него близнецы. Он, видимо, так упал, что смог меня достать. Черт бы его подбрал, а. Мигнани. Ну, а Мигнани, я думаю, мы победим. Вот так вот. Чтоб, как говорится, не рыпался. Дают сундук или нет? Нифига. Ну мы... Оу, тихо, братуля. Да, тут ясен перец разорвал, нифига себе. Три ракеницы, причем с таким дамагом. Да. Ну, думаю, что этого мы порвем. Все, мы вот... Вот с такими ребятами главное через них перепрыгнуть. А там уже дело за малым, просто его раздеребанить. Ну, как говорится, вот которые только вперед стреляют, это нормально. Но вот когда нам встречаются ребята с этими, с близнецами, тут уже на все. На все намного... Тихо, ты что делаешь-то? Я же думал, сейчас повернет. Тихо, вот так вот. Сай готов. Ну, неужели мне дали синий фиолетовый сундук? Я уже давненько их не получал, если честно. Очень давно. И... Ёлки ты палки. Я, ребята, опять упал. Надо восстанавливаться как можно скорее. Ну, я думаю, у меня здесь ничего не получится, потому что довольно сильные соперники. Ух ты, Брейка я победил. Довольно хорошо. Билтон. Ать! Мне чуть-чуть не хватило, вот буквально на пол оборота моих пил, чтобы ударить его первым. Ай-яй-яй-яй-яй, тут бесполезняк, пиратишка, а? Так, ну это, хотел сказать, мой клиент, да не тут-то было. Все, они практически все ребята уже одевают близнецов. И мне такое впечатление, что моя тачка здесь потихоньку вымирает. Да, а я в нее вложил практически все. Душу, деньги, детали, запчасти. И менять, как говорится, мне сейчас нету смысла. Это проще начать играть все заново. Никиточку-то мы победим, это однозначно. И медалька моя. Всего две победы у меня на данный момент. Да что такое, даже не смог на него запрыгнуть, блин. Дерьмо. Да какого лишь, смотрите, у него одна пила. Ну, дамага в ней, будь здоров. Так, а вот этот вот. Ну, давай. Есть. А хотя, что тут радуются, ребята, ФФФ и все так далее и тому подобное. Они уже идут без звезд, так что мы их пропускаем. На какое место-то я упал? На одиннадцатое место я скатился, ребята. Вот это форшмак. Я даже не знаю, блин. Ну, давайте попробуем Виктора. Он с близнецами у нас, да? Да, он меня разбомбит сейчас. И какой вывод напрашивается? Поменять колеса? Ну, если честно, ребята, у меня и колес-то вроде бы хороших нет. Давайте сейчас мы посмотрим с вами, где у меня вторая машина. Что там у нас? У нас здесь ничего хорошего нету. Корпусов. Корпусов тоже нету замечательных. Точнее, корпуса-то есть хорошие, но слотов для них очень мало замечательных. Поэтому даже нет смысла, я думаю, дергаться. Давайте тогда перейдем на свою тачку и поменяем колесики на ней. Так, надо только понять, какие поставить. У меня и выбор-то невелик. Ну-ка, снимай давай. Хотя нафиг мне вот эти здоровые, мне они не нужны. Так, 12, почти 13 тысяч. Давайте на свою тачку поставим их. Да, теряю 2000 хп. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Понеслась. Не, ребята, это все бесполезно. Да, у меня нету хороших нормальных деталей. Черт тебя подери. Ну, хоть кого-то завалил, а. Хоть кого... Что ты там распрыгался? Так, давай, добили. Ну, хоть две медальки забрали, это уже прогресс. Ну, а Виктора мы не победим.
Он меня здесь разбомбит. Ну что, ребята, я думаю, две медали — это тоже уже прогресс. Так что я считаю, что нам нужно встретиться чуть-чуть попозже, когда будут у меня новые детальки, и мы что-то с вами сможем тут придумать новенькое. Всем привет, ребята. Ну что, продолжаем с вами проходить игру Cuts. Прошло какое-то определенное количество времени. Давайте посмотрим, что у нас здесь изменится. Ага. От спонсоров. Ну что же, довольно неплохо идет. Так, дрель не нужна, жало тоже. Циркулярка — это хорошо. И комплект здоровья. Ну что же, довольно-довольно сносненько. Так, у меня еще один ящик есть. И из него у нас выпадают корпуса, колесо. Ну, этот похуже, конечно. Так, ладно. Давай запустим, как говорится, на открытие. И нам, в принципе, нужно что-то делать с машиной, ребята. Давайте-ка посмотрим. Ух ты, у меня здесь, смотрите-ка, проныра. Может быть, попробовать пронырочку какого-нибудь поставить. Смотрите, 36, ну почти 37 тысяч хп, да? И здесь то же самое. И по энергии они практически одинаковые. Что я могу, например, на нее одеть? Так, близнецы. Ага. Ладно, а это что? Это просто ракетница. Да, и здесь близнецы. Но они послабже будут, чем эта ракетница. Так, давайте влепим. И все, у меня осталось две энергии. Я думаю, что ничего я не смогу влепить. Осталось только одеть колеса. Опять же, ребята, говорю, что это у нас просто сейчас проба. Это я не делаю себе основную машину. О, как мало хпшек, ребята. Меня здесь будут рвать, как тузик грелку сейчас. Да, не катит. Хотя, может быть, вот так вот, да, будет лучше. Но, тем не менее, что такое 70 тысяч хп на нынешних этапах? Это ровным счетом ничего. Будут рвать, рвать и рвать. Еще над этим смеяться. Да, вот этот бы слотик, конечно, как-то активировать. Но для этого нужна энергия. А я думаю, что нету, ребята, смысла мне вливать вот в этот корпус энергию, причем за бешеные бабки, для того, чтобы просто-напросто посмотреть, как она будет себя действовать в бою. Да. Да, может быть, вообще нафиг эту машину, а, если честно. Давайте просто-напросто перейдем к моей тачке и будем играть все-таки на ней. А здесь детали пускай лежат, чтобы мне лишний раз, как говорится, не мозолили глаза. Так, ну что, где у нас этот, как его, где моя тачка? Давайте на нее выйдем. Так, переходим. Да не это, вот, вот это мне нужно. Так, давайте, наверное, комплектик этот сюда в сандалим. Ну что же, в принципе, неплохо, но столько денег требует. Ёлки-ты-палки, надо что-то продавать. И продавать надо очень много. Так, пила, блин, вот эта пила хороша, конечно, 3 звезды. Но это у меня уже прокачанная, блин. Вот засада-то, а, ну-ка. Да, ёлки-палки, еще энергии не хватает для того, чтобы ее поставить. Хорошо, тогда давайте поставим свой комплект. Вот этот вот. В колесо, может быть? Нет, смысла нету. Я колеса часто меняю. Давайте тогда в корпус. Оу, ё-моё, давайте тогда что-то продавать. Обалдеть, сколько нужно бабла, чтобы этот комплектик мне сейчас реализовать. Ай, была не была. Все кристаллы свои последние сюда забабахал. 146 тысяч хп у меня, 63 с половиной тысячи атаки. Да. И денег нету, и 4 кристалла всего осталось. Ха-ха-ха. Да, полный попадос, ребята. Да, а что делать? Приходится избавляться от запчастей, чтобы набить хоть какую-то определенную сумму монеток. Так, давайте эти дрели, они мне все равно не нужны, я ими не пользуюсь. Хотя иногда надо будет что-то влить. Я обычно их вливаю, но здесь уже другой вопрос. Вопрос в деньгах. Давайте тут тоже, нечего здесь делать. Так, что? Хватит мне что-нибудь сюда влить или не хватит? Ну-ка. Так, турбина. Турбина слаба, конечно. Ну-ка, давайте-ка сюда ее. Нет, не хочу.
очень мало дает прибавки и очень много жрет денег. Да, лазер, конечно, хорошо нам дает прибавку, но очень много жрет денег за это. Так, отбойник этот маловато, конечно. По корпусам-то что у нас? Трехзвездочный корпус. Блин, а тут одна звезда всего лишь. Ну-ка, мало, мало дает. О, вот это вот, в принципе, можно. Так, отлично. Что я сделал-то? Блин, вот баран, не туда влил, а. Ладно. Давайте 35 тысяч сюда вольем. Что еще? Ну, давай, вот, тоже. Тебя тогда тоже. 660 в плюсе. 64 тысячи у нас, ребята, урон. Ну что же, в принципе, наверное, и все, да? Хотя у нас колеса еще есть. Давайте-ка, наверное... Эй! Все, денег уже опять нету. Вот пипец просто полнейший, ребята. Все, деньги здесь как вода. Два раза укрепился или что-то усилил, и их уже практически нету. А чтобы их заработать, приходится практически много чего продавать. Ладно, пока мы на этом остановимся, давайте пойдем на чемпионат и будем с вами выбираться с этого 8-го места. Поехали. Так, что у нас тут? Опять близнецы, две штуки. Ну, подъезжай ты быстрее, ну. Есть, есть. С Краксом мы победили. Бенджи. Фу, неплохо я его порвал. Довольно хорошо. Давай, 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 давай. Отлично. Ёлки-палки, вот это уже чувствуется прогресс, ребята. Ха-ха, Рагнарока тоже порвали. Ангел, ангел, хорош буянить. Да, надо было как-то на него запрыгнуть, и все, было бы ему крышка. Черт подери, ну тут ясен перец, ребята, две, как говорится, две близняшки меня порвали. Так, тихо, тихо. Не успел я к нему подъехать. Два валуна с пилами схлестнулись, и... Ну, отлично, все-таки моя пила была длиннее. Я ее вздрючил. Ух ты, и разор-то порвал. Но, в принципе, ребята, это уже бесполезные бои, так как за них не дают звезды. Ну, мы просто с вами сейчас досмотрим до конца. Давай, иди сюда. Иди, 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 давай. Опа, нормально, Хану конец. Вот эти вот хорошо, ребята, у которых нет оружия. Какие-то тут, извините меня, дрели впереди. Это вообще бесполезные штуки, я считаю, на этих уровнях. А вот это вот... Нет, Симона мы тоже сделали. Так, давай, перепрыгивай, перепрыгивай. Вот так вот. И разбомбили. Ну что же, неплохо, да? 11 боев выиграно. И на каком я месте, ребята? Отлично. Ну, а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих видосиках. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Can't stop now.